Санта-Фе 2019 года. Сумасшедшим пробегом 438 тысяч 255 километров. Для 2019 года это, конечно, мощно. Кстати, на автомобиле уже заменен двигатель на контрактный. Видимо, предыдущий не выдержал такого большого пробега и сломался. Клиент заменил турбину и АКПП на контрактные. Мы их можем видеть в багажнике, его старые запчасти. И теперь для собственного успокоения он хочет демонтировать новую, то есть контрактную коробку с автомобиля, разобрать ее и посмотреть, все ли с ней в порядке. Демонтировали привода, нижнюю тягу, а также кронштейн тяги. Также отсоединили кардан. Далее надо будет подготовить АКПП к снятию сверху, отключить все фишки, разъемы, шланги и тросик управления. Демонтировали угловой редуктор. Кстати, шлицы в отличнейшем состоянии, все смазано, смазка есть, не ржавая, все хорошо. Перед демонтажом также сливаем масло с АКПП. Масло свежее. Чистое, да, свежее вообще. Видимо, недавно его меняли. Разборку АКПП начинаем с демонтажа колокола гидротрансформатора. Иногда он хорошо так приклеивается на герметик и еще застревает в направляющих. Но тут он снялся без проблем. Внутри коробка как новая. Визуально никакого износа нет абсолютно. Так что опасения клиента за состояние коробки были напрасные. Масло чистое, герметик везде заводской. Это говорит нам о том, что коробка не разбиралась и не ремонтировалась. Судя по ее внутреннему состоянию, у коробки небольшой пробег. И скорее всего, эта коробка не ездила по России. Как можем видеть, роликовые подшипники, а также бронзовые втулки в идеальном состоянии. Фрикционы также как новые. Перед сборкой максимально тщательно моем все детали, чтобы внутрь не попала грязь. АКПП уже установлено обратно. Вот так вот клиент купил контрактную коробку, поставил ее на машину, потом снял, разобрал, дефектовал, убедился, что с ней все в порядке. Коробку мы опять собрали и будем устанавливать на автомобиль. Вот такая вот прихоть клиента, так тоже бывает. Но, как вы видели, внутри коробка идеальная. Никакого износа нет абсолютно. Так, коробку полностью установили, подключили. Сейчас небольшой тест-драйв, правда, на подъемнике. Автомобиль собран, коробка работает штатно. Клиент может быть спокоен. Автомобиль можно выдавать.